С вечера поссорились супруги. Напрочь позабыли про любовь. Утром мужу на работу рано, а на сердце горечи печать. За ночь глупость ссоры осознал он. Подошел жену поцеловать. Не спала, но все же притворилась, отвернула в сторону лицо. В глубине обида затаилась, как удав, свернувшийся кольцом. Дверь закрыл, ни слова на прощание, со двора на окна посмотрел. Если б они знали, если б знали, что ушел из дома насовсем. А жена привычными делами, как всегда, своими занялась. Детское бельишко постирала, борщ сварила, в доме прибралась. Чистый пол, помытая посуда. И с работы скоро муж придет. Я с ним разговаривать не буду. Пусть прощения просит, пусть поймет. Гордость в сердце вздыбилась высоко. Первою к нему не подойду. По ролям разыгрывалась ссора в воспаленном дьяволом мозгу. 6 пробило, 7, и 7:30. Неподвижно дверь, молчит порог. И в тревоге что-то сердце ноет. Где же задержаться так он мог? Вдруг какой-то крик и суматоха, чей-то голос, плачущий навзрыв, и соседский мальчуган Алёха крикнул, задыхавшись: «В шахте взрыв!» Взрыв. Совсем коротенькое слово. Сердце будто в клочья порвало. Нет, она к такому не готова. Может, жив он, может, повезло. И в слезах по улице бежала, вспоминая с болью прошлый день, как в обиде злилась и кричала, застилала разум злобы тень. Заведенной куклой повторяла: «Мой родной, а только бы не ты! Я б к твоим ногам сейчас упала», прошептав короткое: «Прости!» Им бы знать вчера, что будет завтра. По-другому все могло бы быть. Смерть, как вор, приходит так внезапно, не оставив шанса долюбить. Прогремит неумолимо, грозно, приговор его не изменить. Исправлять ошибки слишком поздно, с этой болью им придется жить. Люди, будьте к ближним своим мягче, относитесь с нежностью, с добром. И не обижайте, а иначе можно горько каяться